Всем здравствуйте! Сегодня у меня праздник. Наконец-то начали расцветать мои хои, мои хоечки. Начну с моей компакты. Это такое вот радостное явление произошло. Даже началось с утра. У нее начали приоткрываться. Посмотрите, какие цветочки. Видите, какие? И получился не совсем шарик, потому что сейчас вам покажу. Сейчас ее поверну, потому что шарик она начала распускать в таком месте, что шарик получается поделился. И получается часть цветочка смотрит в одну сторону, часть в другую. И вот так вот немного примялась сама форма. Видите, я даже не знаю, как она в таком вот месте завязала бутон. В общем, такой получился раздвоенный такой вот шарик. Вот эти цветочки, видите, только сегодня даже можно определить, потому что еще краешки лепестков не загнуты. Они будут загинаться вовнутрь и будут более такие вот казаться шариком. В общем, вот это с одного цветоноса получился вот такой вот цветочек. Такая вот красота. Запах такой не очень приятный. В комнате практически вот не чувствуется, только если поднести вот нос близко-близко вот к самим цветочкам, вот только тогда можно уловить запах. Мне напоминает запах такого... Ну вот не знаю, чем-то вот с какао или шоколадом, какую-то ноту вот в цветении компакты, вот мне дает такие ассоциации. Возможно, кому-то ассоциации будут у кого-то совсем другие. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы побольше было шариков. Вот цветоносов у нее много еще с прошлого, скажем так, да, года, но пока что только распускается вот этот один. И также хотела показать, что начала распускаться моя Лиза. Пока что только один, скажем так, вот цветонос начал распускать цветы, да. Ну, что могу сказать, невероятная у меня радость. Очень понравилось цветение, они такие как фарфоровые цветочки. И запах тоже мне подходит. То есть тоже вот ее не слышно, она вот ненавязчива. Только если очень близко подойти понюхать, то очень приятный аромат. Ну, по крайней мере, мне понравился. Очень бы хотелось, конечно, чтобы она распустилась полностью. Вот здесь еще цветонос какой огромный, уже тоже вот сегодня-завтра уже начнет распускаться. А также еще вот здесь. В общем, очень вот такое вот невероятное цветение. И это первое цветение за сколько? 5 лет где-то она у меня, да, эта хоечка. Вот первый раз я дождалась от нее, наконец-то я увидела и понюхала, как она пахнет. А также хотела показать свою церапегию. Возможно, сейчас... Будет видно вот получше, вот какие на ней уже тоже очень много бутончиков. Вот если удастся, видите, немножко размывается, но вот такие вот как палочки, это на ней уже формируются бутоны. И таких бутонов я насчитала аж 8 штучек. То есть тоже должна порадовать, ну, достаточно обильным цветением. Вот, смотрите, так хорошо сфокусировалась, и, пожалуйста, тут тоже такой вот цветонос, очень классный, вот в этом месте. Сейчас ни в коем случае нельзя опрыскивать, потому что я уже знаю, уже проверено, что... Церапеги очень не любят, как и хои, и они моментально могут отсушить бутончики. Вот такая у меня сегодня хоевая красота.
хоевая такая цветочная радость, что наконец-то, наконец-то начали распускаться мои хоечки.